уличный светильник. Это уличный светильник, который мы называем 35R. Да. Консумация здесь 400 ватт, 40 ватт, sorry, 40 ватт. Мы добиваемся 3300 люменов. Специальное светораспределение. Светораспределение делается с этой линзой. Здесь на каждого светодиода есть самостоятельная линза, которая все это герметически закрыта. Можно поставить директно на улице, можно дождь шоу, ничего не... Ну, он в России уже год эксплуатировался, и зиму пережил, и все, и нормально, и до сих пор работает, так что опыт эксплуатации в России есть. Да. Здесь есть несколько очень хороших технических решений. Во-первых, это очень большой радиатор, который предназначен, чтобы рассеял мощности светодиода очень быстро и очень эффективно в атмосфере, потому что продолжительность жизни светодиода очень много зависит от температуры, на которой он работает. Во-вторых, добиваемое света с светодиода тоже очень много зависит от температуры работы. Мы здесь брали очень большие меры, чтобы температура рассеялась очень быстро и очень эффективно. Только как пример этого светильника мы продаем в Африке. Там пробовали разные модели светильников, но там начинает температура очень высока, ближе 40-50 градусов. И наши клиенты там очень довольны этого светильника. Я забыл, для линзы. Линзы производятся впервые они сделаны из поликарбоната. Это самый стойкий прозрачный полимерный материал. Во-вторых, мы покрываем линзы специальным лаком. Специальным лаком, который тот же самый лак покрывает фары машин хорошего класса. Машин хорошего класса, да. Гарантия этого покрытия в автомобиле не меньше, чем 6 лет. Там, вы знаете, да, но при условии там грязь, пыль встречные насекомые падают там. Высокая скорость движения автомобиля, все это очень сильно подъезжает это покрытие. Здесь получится ничего, потому что оно очень спокойно работает. Для радиатора я говорил. В этом светильнике встроен сенсор света, который принимает свет не сверху, а с обе стороны, чтобы это предимство этого метода, загрязнение верхней поверхности никак не влияет... Грязь, оседаемая на верхнюю поверхность, никак не влияет на работу самого датчика, потому что снизу освещение берется по всей 360 градусов, поэтому... Да, тоже оно защищено. Да, защищено сверху, то есть... Колпачка. Свет берется не сверху, а свет берется снизу. Да, с этой поверхности, внутренней поверхности. Другое преимущество этого светильника, это что он может работать, управляться работой на 50% и на 100%. Если вы свяжете здесь 0, здесь фаза, здесь тоже фаза. Это защитная земля. Если вы сюда не ставите фазу, светильник будет светить на 50%. То есть подключили коричневый провод и, да. И синий-коричневый. Синий-коричневый, да, светильник будет светить на 50%. Если вы включите и черного,
светильник будет светить на 100%. Но и при этом датчик остается работоспособным. Датчик, да. Датчик день-ночь работает. А сюда можно поставить датчик присутствия или инфракрасный датчик, или еще какой-то, между черным и синим. Между черным и коричневым. Синим, нет. Между черным и синим можно поставить датчик движения. Либо другой датчик, который датчика, да. Может быть даже выключатель поставить, и это все будет работать. Да, будет работать. Внутри встроен температурный сенсор, который следит температура корпуса. Если получится чего-нибудь с сенсором, и он светит непрерывно днем тоже, эта защита будет защищать светильника от сгорания. Когда температура корпуса ближе, чем 70 градусов, выключается 50%. Если температура повышается больше, чем 75 градусов, выключается целый светильник. Светильник, и пока не остынет, он, да. Он не включится. Это индикация, что вам надо сенсор менять. Почистить сенсор. Да. Угу. Тоже радиатор, конструкция у радиатора такая специальная, очень большие ребра. Большая площадь. И очень большая дистанция между ребрами. Угу. Это дает возможность, когда шел дождь, ветер, снег, чтобы сдувался. Ну, чтобы очищались. Очищались автоматически, да. При помощи ветра. Этот радиатор очищается, потому что нормально эти лампы работают под наклоном. И когда идет дождь, он почищает автоматически эти ребра. Это недостаток, очень много светильников. Загрязняются и теплоотдача. Ребры, да. И теплоотдача постепенно ухудшается. Их надо периодически мыть. На 200-300%. Очень много. Это очень опасно для диода, потому что жизнь диода уменьшается на то же самое проценты. 200-300%. Это очень много, очень много. Корпус из анодированного алюминия. Методом диффузии сделан, да? Ну,